Региональный закон о рыбалке в Губернской думе вызвал бурное обсуждение, особенно в связи с принятием аналогичного документа на федеральном уровне, который предусматривает возможность передачи водных объектов в частные руки и организацию там платной рыбалки. Рядовые граждане теперь опасаются, что рыбу ловить можно будет только за деньги. Главная концепция закона, я согласен со многими депутатами, должна исходить из того, что интересы простого человека, рыбака, должны соблюдаться. А интерес простой – выйти с удочкой или на берег, или отплыть, отойти от берега на лодке или катере и порыбачить. Этого не будет бесплатно, и это очевидно.